Эфир на тему таргетолог и маркетолог, кто за что отвечает, который я вчера анонсировал. Собственно, 3 часа, вот они мы здесь. Ждем, пока присоединится к нам Макс. И будем, собственно, с ним общаться. Решили затронуть такую тему, которую мало, наверное, кто поднимает. У нас бизнес, малый бизнес, микробизнес, который пришел в Инстаграм. Вот, он не всегда понимает, кто за что должен отвечать. И по итогу у нас есть специалисты, там, таргетологи или какие-нибудь SMM-щики, которые делают все на свете, и сайты верстают, и дизайны там лендингов, и чек-листов, и настраивают какие-нибудь системы для проведения вебинаров. Короче, кучей занимаются всяких разных вещей, которыми они не должны заниматься, по сути. Решил, что будет интересно провести подобный эфир. Как раз-таки у нас будет разделение специализации, да, так скажем. Привет, Макс. Здорово. Отлично, что ты сразу в наушниках. Да, я буду выступать со стороны узконаправленного специалиста, Макс с широкой специализацией. И я сейчас себе делаю пометочку. У нас будет 40 минут, дальше 20 минут на вопросы. Поэтому, ребят, если у вас есть какие-то вопросы, давайте мы их перенесем на потом. А мы, наверное, будем начинать. Давай, Макс, я тебя немножечко представлю. Макс, он маркетолог. Занимался маркетингом для крупных компаний. Тони Робинс, про которого все слышали, все на нем хайпили, Blackstar, Аяс Шабудинов, кто там, Парабеллум, по-моему, Гандапас. Кто еще? Рассказывай. Ну, много кто там, Эккарт Толли, артисты Blackstar, там Олесь Тимофеев, Кир Уланов, там с ними сотрудничал, Илья Балахнин. Ну, это если про известных говорить, а так куча проектов там из различных сфер. Да. Расскажи в первую очередь вообще, чем ты занимаешься как специалист, да, потому что понятно, что я таргетолог, я настраиваю таргетированную рекламу. Чем занимаешься ты? Ну, на самом деле у меня есть хороший пост в Инстаграме про то, что у каждого из людей, которые идут в маркетинг, есть два пути. Вот, я это называю фишечники и стратеги, да. Вот, соответственно, фишечники – это те люди, которые выбирают узконаправленную какую-то тематику, то есть они выбирают нишеваться, да, так называемое, и выбирают какой-то, скажем, там, либо таргетолог, там, либо контекстолог, там, либо дизайнер, там, верстальщик, не знаю, там, сайты пилить и так далее. Вот. Стратеги, они же, как правило, бывшие фишечники, которые просто поняли, что им интереснее работать именно в масштабе, да, то есть разбираясь во всех там рекламных каналах, во всех там фишках, они принимают решение, какими из этих каналов в итоге, с какими из этих каналов работать, да, на каком-то из проектов. Вот, соответственно, я отношу себя сейчас к стратегам, к маркетологам, да, при этом в прошлом я был таргетологом, то есть я был фишечником, вот это все сам копал, руками все делал, и сейчас иногда я тоже это делаю. В мои задачи входит, первое, это big idea, так называемая, то есть это основная идея, концепция проекта, да, то есть, скажем, если ко мне приходит клиент, то перед тем, как мы с ним начнем работать, естественно, мы с ним прорабатываем, просчитываем все показатели, то есть мы считаем обратную воронку, мы считаем основные показатели маркетинга, основные показатели бизнеса, после этого путь клиента прорабатываем, после этого рисуем карту смыслов, после этого придумаем какую-то лидогенерирующую стратегию, да, то есть не только автоворонку, это может быть все что угодно, там, ну, там, сколько касаний, какие эти касания, что клиент в данном случае будет чувствовать и так далее. Вот, после этого я эту стратегию уже передаю своей команде, которую я собираю под каждый проект отдельно. Вот, соответственно, я передаю им эту стратегию, я объясняю им основную задачу, концепцию. После этого моя задача это все контролировать, выставлять KPI, проходиться по карте прогресса, то есть смотреть, выполняется ли задача в срок, сдавать все это клиенту, ну, соответственно, вот моя задача основная. Ну, добиваться от этой команды, которую ты поставил, ну, результата, который был запланирован. Ну да, конечно. Что самое главное, итоговый результат конечный для клиента.
Вот, собственно, чтобы вы понимали, некоторые бизнесы, да, блин, некоторые, почему? Сейчас в инсте до хрена бизнесов, которые не понимают, что им нужен там не таргетолог, который настроит рекламу, не СММщик, который там им профиль настроит, а им нужен человек, который вообще посмотрит хотя бы на бизнес и поймет, это вообще жизнеспособная история или нет. То, что вы купили там, не знаю, какие-нибудь теплые тапочки у оптовика за 400 рублей, продаете их за 700 там на своей страничке в Инстаграме, это там жизнеспособная модель вообще, на что вам акцентировать внимание, почему у вас эти тапочки будут покупать, потому что у этого оптовика закупаются и вы, и еще 100 инстаграмов, и еще 100 бутиков, как бы, и у всех эти же одинаковые тапочки покупают за разные деньги. У кого-то за 10 тысяч рублей, а у вас там за 700 рублей никто не хочет покупать, потому что не понимают, почему они вообще стоят эти 700 рублей, а не 300, как в Икее. Вот. Это как раз-таки одна из проблем, наверное, которую решает маркетолог, по крайней мере, я выделяю такую проблему. Не все собственники могут сформулировать УТП своего продукта, оффер и то, как его продавать. Не обязательно они правильно выбирают канал для продаж. Это тоже большая проблема, насмотревшись какой-нибудь бизнес молодости, что там Инстаграм качает, все, у меня скважины нефтевые, делаю буровые установки, надо срочно идти в Инстаграм, искать СММщика и выкачивать оттуда заявки. И как бы это смешно некоторым не было, но так и есть, ребят. Смотрят какой-нибудь тренинг, воодушевляются и идут, там, не знаю, в ТикТоке запускать таргетированную рекламу на сумке Шанель, а там одни школьники сидят. Фух. И эта проблема неочевидная, но она есть. И потом СММщики, которые об этом не задумываются, они берут этих клиентов, они не видят этой проблемы, тоже работают, и в итоге они работают просто там, переводя бабки клиента себе в карман, не знаю, там, знают они о том, что им не нужно этим буровым установкам в Инстаграме быть или нет. Может, не знают, честно, такие СММщики могут не задумываться об этом. То есть пришел проект, я взял, я работаю, делаю все качественно. Типа, мне сказали тестить таргет, я тещу таргет там на буровые установки. Клиент же сказал, денег дал. Да, вот. Здесь момент такой, что... они тестят. Да, здесь просто проблема в том, что даже вот смотря по резюме, там в HeadHunter, Superjob, многие компании реально не понимают, кто им нужен. То есть мы это тоже вот с Киром Улановым обсуждали на эфире, то что либо компании нужен таргетолог, но при этом от этого таргетолога требуют, чтобы он еще и дизайнил сайты, верстал там, да, там, либо там email, рассылку вел, там еще за контекстом приглядывал, а еще там подрядчиков находил, а еще видео снимал, а еще монтировал, а еще субтитры добавлял, а еще следил за конкурентами, а еще делал когортный анализ какой-нибудь, а еще сегментировал аудиторию, а еще умел программировать, а еще, короче, с базой работал, а еще супер, что он еще и аналитику поставит в компанию, а еще лучше, чтобы это был Ройстат, а еще сам это все проинтегрирует. Ну, такая проблема. Проблема, потому что предприниматели, они не понимают, в принципе, вот основная проблема, то, что предприниматели, они нихера не разбираются в этом. То есть они не понимают задачи каждого из людей, да, и кто им на самом деле нужен, да. То есть как бывает, либо компании нужен таргетолог, да, но таргетолог компании нужен тогда, когда у нее уже есть четкое понимание, что они хотят. То есть у них, как ты правильно сказал, есть сформированное УТП, офферы, триггеры, понятна целевая аудитория, понятно предложение для этой целевой аудитории, примерно есть какая-то концепция креатива, то есть там текст плюс картинка, да, выбран рекламный канал, и конкретно под эту задачу уже надо искать специалиста, который именно в этом силен. То есть он разбирается во всех этих фишках, во всех этих тонкостях, и ему передается нормально это ТЗ, и только тогда все сработает вин-вин, все будет хорошо. В противном случае, в 90% случаев, как бывает, есть предприниматель, который находится, скажем, вот Виталия, вот увидел в Инстаграме там его личный бренд, подумал, о, охрененный таргетолог, написано в шапке, приведу клиента по 50 рублей, там, по 100 рублей. Пишет ему, слушай, Виталий, давай мне нахуяр, короче, мне вот такой вот корм лидов, пожалуйста. Виталий говорит, да, конечно, давай, какой бюджет? А хуй его знает? А какие цели? Да хуй его знает. А как вообще будем рекламироваться? Да хер его знает. А что будем рекламировать? Да хуй его знает. Вот, 90% вот так работают. И проблема в том, он такой, что главное, да, любить. Да,
Главное лиды. Да, вот я на БМ, на лайке услышал, что мне сказали, мне нужны лиды. А ты ж, блядь, не лиды можешь дать. Давай мне лиды, короче. И тут таргетолог как бы такой сидит и принимает, и думает, у него как бы вот решение. Либо он нахуй пошлет такого клиента, либо он начнет с ним мучиться. А если он начнет с ним мучиться, то у него должна быть какая-то мотивация мучиться. Соответственно, он берет только таких клиентов, которые нормальный средний чек. И он выходит с предложением к этому дебилу и говорит, слушай, я готов с тобой работать от 100 тысяч рублей. А тут такой, а что это 100 тысяч? А откуда ты эту цену взял? А давай-ка посчитаем. А давай-ка там это, срежем косты, блядь, да? А мне вот где-то кто-то сказал, что можно заявки по 35 рублей цеплять, да? И тут Виталий ему пытается объяснить то, что за 35 рублей можно цеплять лиды, когда есть четкое понимание этого, есть какая-то определенный опыт наработанный, да, там, то есть какая-то специфика понятна, да, а не просто вот пушкой по воробьям херачить и пытаться за 35 рублей привлечь лиды. Ведь смысл-то не в привлечении лидов, смысл в продажах. И большинство предпринимателей, они не понимают, что не лиды нужны, им, блядь, продажи нужны. При этом лиды по их модели, которые они не считают, а я считаю, могут быть и по 900 рублей, по 3500 рублей, даже по 5000 рублей. Они просто не понимают, потому что они не считают обратную воронку. Они не понимают цифр своего бизнеса. Вот это очень большая проблема. Да, да, да. Потому что реально вот ситуации такие. Вот недавно у меня был клиент, мы с ним не сработались. Но мы с ним не сработались, я сейчас расскажу историю. Общаемся, ювелирка, короче, ювелирный бренд. Я могу, кстати, рассказывать эту историю полностью, потому что он обещал на меня сделать разоблачение, так что он будет выкладывать это, наверное, где-то. Короче, я договорился с клиентом, ну, кидаю бриф. Заполните бриф, чтобы я понимал, с чем иметь дело. И там в пунктах брифа типа «Нихера не понял, не понимаю, когда бриф кончится, это какая-то херня, а не вопрос, это тоже». То есть, короче, там, по сути, только в целевой аудитории было, типа, ну, целевку я тебе рассказал, ну, мы с ним созванивались, вот он, целевку же рассказал, в принципе, в телефоне, поэтому нахера в брифе писать, вот, и как бы бриф этот можно нахер выкинуть или распечатать, подтереться и потом выкинуть, да, потому что толку от него нету, и ты как специалист, как бы, ну, окей, у тебя есть красивые фоточки ювелирных изделий, и ты мне сказал, что их покупают люди, которые зарабатывают дохера денег, замечательно. Да, сделай красиво, Виталий, сделай красиво, да. Да, да. И самое главное, что человек с таким подходом требовал гарантии результата. Гарантии результата. Я ему сначала назвал обычный. Это вообще отдельная история про гарантию, это пиздец просто. Да, да, да. Я говорю, что окей, но я вам говорил там, эту цену без гарантии результата. Я готов, типа, вот эта цена остается, вы мне ее платите. Но если мы работаем за гарантией результата, окей, цена будет в два раза выше. И типа, если мы результата не достигнем, я вам верну 50% заплаченных денег. Ну, типа, он платит мне фикс, который мы обговариваем. Да, можно добавлю? Это вот пиздец важный момент. Да. Вот нас могут смотреть таргетологи, там, маркетологи, неважно, люди, которые работают в этой сфере. Вот, ребят, неважно, где вы работаете, если с вас требуют гарантии, говорите, окей, брат, я подпишусь под гарантию, но тогда давай мне процент с продаж. Почему? Потому что, по сути, вы уже являетесь партнером, который жопой отвечает за результат. Как бы, понимаете, вот очень странно требовать от подрядчика гарантии результата, когда он отвечает только за узкий сегмент. При этом он не отвечает ни за продажи, ни за бизнес-процессы, ни за клиентский сервис, там, блядь, ни за то, ни за пятое, ни за десятое. То есть получается, что маркетинг должен совершить чудо какое-то. То есть он должен прям взять, блядь, и Виталька возьмет, сделает там, и росту бизнеса пойдет. Ну так нахера тогда Витальке работать как фрилансер? Он может с таким успехом открыть такой же бизнес, если было все так просто. Я еще это называю эффект банковской карточки, когда предприниматели думают, что маркетолог это, блядь, как банковская карта. Всунул, блядь, 100 рублей, высунул 200, блядь. Ну, то есть вот, и причем они на полном серьезе думают, что мы, маркетологи, да, это какие-то, блядь, волшебники просто. Это люди, которые вот что-то там пошаманили, там вот что-то там понажимали, и у человека, блядь, рост бизнеса произошел. Так нахуя тогда мы работаем за 15, за 20, за 30 тысяч рублей?
Это могло бы стоить 1 000 000 рублей, 10 миллионов. Как бы если у тебя, блядь, прибыль растет в 10 раз, а я за это получаю 15 тысяч рублей, условно, да? Ну, слава богу, я уже не получаю такие деньги, да? Ну, как бы, где логика у человека просто? То есть он такой думает, сейчас я, короче, Виталий заплачу 15, а сам, сука, заработаю 1 000 000, да? А еще его, короче, я его поставил на KPI, на результат. Мне же, блядь, умные маркетологи на вебинаре говорили, что нужно KPI, да? Типа, вот я, сука, его... Это, завязал на KPI, на результат, на продажи, блядь. Но так не делается, как бы. И это причем офигительная история. Я сейчас расскажу давай с этим чуваком. Короче, при таком подходе. Ну и в принципе, я, ну, клиента в голове как бы я отпустил. То есть он уже не мой клиент, в принципе. У него шансов не осталось. Я решил ему, ну, я сейчас в выходные, так скажем, я общаюсь либо с клевыми лидами, когда я вижу, что, да, человек там заинтересован, его можно закрыть, либо это мои клиенты текущие, ну, понятное дело, там, мы говорим о том, что мы не общаемся в выходные, но мы все люди, как бы есть время ответить, естественно, я зайду, там, отвечу, проверю, без проблем. Вот, я ему просто не отвечал. Выходные. И человек сказал, что я, короче, со своей командой ленивые жопы, то есть мы лентяи, мы должны работать 24/7, клиент, как всегда, превыше всего, это обязательно они должны сказать, такого рода люди. Потому что клиент, ну, если клиента не облизывать со всех сторон, все знают, что все клиенты адекватные абсолютно, они лучше во всем разбираются. Собственно, вот, меня назвали лентяем, потому что я не отвечал. Или, по-моему, не, я отвечал ему, но что-то типа через 2, через 3 часа там, как сообщение пришло в мессенджере. Ну, как бы выходной. Думаю, ладно. Буду лентяем, значит. Оказывается, вот так. Как только бизнесы работают, в выходные не работать, а отдохнуть человеку, я не представляю. Это сказал человек, который в это время был в отпуске в Италии. У меня клиентка... Ну да ладно. Короче, так. У меня была клиентка. Вот это тоже реальная история. Сейчас тоже буду ржать. Короче, мы с ней договорились на 1 000 000 рублей, то есть это был проект, там сайт, воронка, трафик, упаковка, дизайн, да. Соответственно, мы все это обговорили, план работ был 3 месяца, и мы задержали сдачу сайта на неделю только потому, что с ней было хуево туча проблем по съемке, она вообще не могла нормально в кадре ничего сказать, было 100-500 правок по сайту, просто 100-500, потому что у нее было какое-то видение с 2000-х сайтов, а мы пытались ей нормальный сайт сделать, да. В итоге мы все эти правки совершали, мы на неделю задержали сдачу, и тут столько дерьма полилось, блядь, то есть там мы, короче, кидалы, мы мошенники, мы там, блядь, то, мы все, мы пятое, мы десятое, как бы чуть ли там не возвращайте деньги полностью все. Я говорю, блядь, мы с тебя вообще ничего не заработали, мы 3 месяца пахали, все тебе 100-500 раз переделывали. И, внимание, что она делает. То есть она, значит, жалуется своему мужу, муж звонит мне, я говорю, ладно, хуй с тобой, типа, мы доделаем этот проект в минус себе, то, что мы обещали, да, не возьмем с вас дополнительных денег, и мы договариваемся на то, что вот в ближайшую неделю мы получим с них правки, и мы все доделаем, да, я уже команду подготовил, что вот неделю, типа, поработаем, и все. И, внимание, что происходит, она уезжает отдыхать на 2 недели. На море, блядь. 2 недели. То есть мы ждем ее 2 недели, вот подождали. Тут она просыпается в WhatsApp и говорит, слушайте, а я приехала, давайте еще там 100-500 правок, нате вам, блядь. Вот проблема в том, что... Еще одна проблема, да, которую я вижу, то, что маркетологи или таргетологи не обозначают сроки работ. То есть нужно обозначать всегда срок работы, количество итераций, правок. Если ты таргетолог, то тебя не должны трахать каждые 2 дня, говорить, слушай, а давай переделай вот так, а давай переделай вот сяк, а давай вот эту аудиторию попробуем, а давай вот это, а давай ретаргет запустим. Ты конкретно должен четко по договору обязательно прописать, сколько ты делаешь итераций, сколько ты делаешь правок. Вот это нормальный подход. Вот это нормальный подход, а не привязывать свою жопу к продажам, да, либо там количеству заявок, где... не заполнит бриф, где предприниматель вообще не понимает, что там происходит. Что скажешь? Да, 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 да. И есть такое. У нас не прописано вот в договоре, ну, понятно, что срок работ, что там месяц вышел, причем интересная история, что месяц выходит, клиент не оплачивает, рекламная кампания отключается.
Ну, я такой, ладно, окей, рекламная кампания, там сколько-то дней работала, клиент не выходит на связь, я вырубаю рекламную кампанию. Через час или через минут 40 звонок сразу. Почему рекламная кампания выключена? Почему? Ну, у нас, смотрите, мы как бы, от вас связи нет, работа не оплачивается, мы выключили кампанию, все логично, чтобы не сливать деньги, потому что таргетолог, естественно, не оплачен, он не следит, сольются деньги, как бы окажемся крайними мы. Вот. Не отключите, все, сейчас это. Тоже такой момент, что люди не понимают вот этого. Есть срок работы определенный, и не оплачивается, рекламная кампания может быть выключена, там правки не будут вноситься, ничего делаться не будет, потому что ну, срок работы подошел. Определенное количество итераций было выполнено, да, с нашей стороны, которые были сделаны. Это нормально. Вам же не будет там, не знаю, муж на час пришел на час, вы ему заплатили за час, и там, а работа требует полтора часа. И вы такие, ну ты доделай. Ну как бы вас попросят, господи, вас попросят заплатить. За 2 часа там есть, и за 1,5 часа, да, чтобы выполнить эту работу. Это нормально. Вот. Так что почему-то именно вот услуги такие в интернете, дизайна, там, копирайтинга тоже, они такие, типа, можно дизайнеру 30 люди, правок выслать. Потому что люди чувствуют, я тоже об этом писал недавно, пост, люди чувствуют, что их можно кинуть. Ну, то есть, вот, когда ты с кем-то работаешь, и ты чувствуешь, что этого чувака можно кинуть, его кидают, понимаешь? Потому что ты никак не защищен ни договором, как я понимаю, потому что 90% предпринимателей, фрилансеров, в смысле фрилансеров, они не работают по договору. Они думают, да нахер оно надо, типа на 10 тысяч рублей делать договор. Вот. А с той стороны чувак думает, слушай, ну если договора нет, если там как бы наши договоренности никак не соблюдены юридически, то тебя можно кидануть, это раз. Второе. Как правило, фрилансеры – молодые люди, которые не защищают свои права, они не имеют веса, то есть они не могут, как, не знаю, там, каким-то там Лебедев выйти в YouTube и сказать, типа, бля, меня киданули, как бы, и тут, или там какой-нибудь там этот, bad comedian, да, который все сразу поддержат там и обидчика накажут. То есть у него ресурса аудитории тоже нету. Два. Третье. Вы привыкаете к тому, что вас ебут в жопу. Вот просто вот вы реально к этому привыкаете. Вы думаете, что это нормально, что типа у меня тут кинули, там не доплатили, там. Вот. И вы к этому отношению привыкаете. Это тоже большая ошибка. Вот у меня сейчас идет суд. Там, может быть, ты слышал с клиентом. Причем суд на 3 миллиона, из которых я 500 тысяч рублей заплатил уже юристам и адвокатам. 500 тысяч. Только ради того, чтобы доказать, что он мудил, а я прав. Я бы мог вообще ничего не делать, потому что я первым подал иск. То есть это было, по сути, с его стороны замануха. То есть он просто меня хотел кинуть, не доплатить бабло и типа посмотреть, что Макс сделает. Да? А если бы я ничего не сделал, это бы так и замялось. Хуй там, понимаешь? Я хочу доказать свои права, потому что я, сука, работал полгода вместе со своей командой на этом проекте. А таких, как я, которые защищают свои права, их очень мало. Их реально мало, потому что люди не понимают, как защищать свои права, либо боятся, либо в себе не уверены. Куча проблем вот таких вот. Да, и просто берут, забивают, типа, ну окей, да. Ну, конечно, то же самое конечно. И с клиентами. Я рассказывал недавно, я получил, у меня в кошельке до сих пор лежит, короче, косарь баксов, который я отсудил у Аношка франшизу его. Пять лет назад купил франшизу, и вот только сейчас мы отсудили бабки у миллионера, блядь. У миллионера отсудили 2000 баксов, он не мог заплатить. Вот только когда ему въезд за границу как заблокировали, он не смог выехать. Так он сразу нам и заплатил. Теперь он снимает арест. Короче, было кинуто вот именно по франшизе, на которую я был кинут. Но вот реально недовольных, вот точно недовольных, ну 50 человек. Киданул он, ну человек 300, которых я видел. Суд по итогу выиграло 2 человека, я и еще один парень. Людям, наверное, 20-30, они там какого-то частичного возврата от него допросились в то время еще. А все остальные, типа, подарили ему там кто 100, кто полмиллиона, кто там 300 тысяч, кто миллион ему закинул. То есть просто людям похеру. Я знаю чуваков, каких-то он с Одессы кинул.
они когда поняли, что он их кинул, и попросили нормально возврат, а там как бы такие братки, они, у них язык один по понятиям. Он сказал, не, нихера, я вам не верну. Они взяли, приехали на тачке к нему там в Киев. И просто, блядь, поймали его за шкирку, начали херачить, пока он им бабки не отдал. Но большинство людей просто эту ситуацию проигнорировали. И франшизный рынок, он, кстати, такой же прикольный, что чуваки делают по фану франшизы какие-нибудь там за 100 тысяч, за 50 тысяч рублей. Там нихера нету. Только логотип, красивенький дизайн, а, тебе это отдают файликом каким-нибудь в Google документе, и типа иди нахер. Это вся франшиза. Ну еще договор сделаю, чтобы ты, если что, по договору, типа ты все документы принял, и претензий не имеешь, и вообще все клево-классно, тебе там супертехнологию передали, а по итогу тебе кинули какой-нибудь файлик. Ну... И это все, проблема, на этом все закончилось. Вот эта проблема, это, знаешь, это позиция ребенка называется. То есть позиция ребенка, когда человек думает, что вот он купил франшизу, да, и из-за него решат все проблемы. А если проблема появляется, то проблему решать должен кто-то другой, да. Соответственно, просто мало людей берут ответственность за свою жизнь, за свои проебы, факапы, проблемы, там, либо там наезды с чьей-то стороны, не на себя, а на кого-то другого. То есть они привыкли, что мама, папа придут, они помогут. Вот это тоже большая проблема, опять же, там, и фрилансеров, там, и маркетологов. То есть вы не занимаете позицию взрослого человека. Не знаю, почитайте книгу Эрика Берна «Транзактный анализ». Она уже настолько популярна, что, мне кажется, они все слышали уже. Да? Я ее читал, когда она была не в хайпе, не в тренде, да? Там, лет там, где-то 5-6 назад. И там есть четкое понимание, что если ты... в переговорах, там, в работе с там, предпринимателем, будучи фрилансером либо маркетологом, ставишь себя в позицию ребенка, то, естественно, человек, который с тобой работает, он будет в позиции взрослого либо родителя, да? То есть выше. Соответственно, он тебя имеет право, он думает, что он имеет право, да? Но, по сути, он и имеет право, раз уж ты ребенок, тебя шлепать по попке, тебя там как-то нагибать, тебя там как-то использовать, да, там, выезжать на твоем чувстве вины, там, не знаю, там, обвинять тебя в том, что у тебя не идеальный какой-то там продукт, услуга, а ты все это хаваешь, потому что ты в позиции ребенка находишься, да, то есть если вот в психологию углубляться, вот, соответственно, очень большая проблема, опять же, большинства там фрилансеров, маркетологов, то, что вы не можете себя нормально поставить. То есть вы не можете себя поставить как специалист, которого уважают, которому не пишут ночью, которому не пишут выходные, там, да, то есть сразу обозначить рамки, типа, все, чувак, мы работаем в такое-то, такое-то время, по таким-то условиям, дальше иди нахуй, типа, все. И так вот тогда тебя будут уважать, только тогда с тобой будут считаться и никогда тебя не кинут. А если тебя кинут, они будут знать, что будут, прилетит им. Потому что если они знают, что, как бы, не знаю, там, вот этого чувака можно кинуть, он ничего не сделает, а вот с этим лучше поосторожнее, потому что он и в суд подаст, и, не знаю, там, придет и выебет тебя, не знаю, в рожу даст. Поэтому, как бы, люди, как бы, изначально, когда работают с кем-то, они уже понимают, этот чувак, как бы, его можно кидануть, да, там, либо нет. Это как, знаешь, это как в пикапе, когда ты девушку видишь, ты, как бы, сразу, как и девушка, так и парень, вы сразу определяете, вы будете, как бы, друг с другом, там, вот это вот, либо нет. То же самое и здесь. То есть можно ли тебя там в задний проем вот так вот, либо нельзя, как бы, вот. Много проблем. Начали проблем за одно, много, перешли, да. Перешли на другое. Но это все равно будет полезно тем, кто смотрит видосик. Нет, давай вернемся в любом на случае. Тему нашу. Тоже хорошая тема. Да, да, да. У вас есть выбор всегда, кем по итогу стать. Либо вы можете углубляться в какую-то сферу и работать условно там таргетологом, СММщиком и так далее. Тут у вас просто идет рост за счет того, что вы более экспертны в этой теме, вы работаете с более крутыми клиентами, соответственно, вы можете зарабатывать. Вы можете либо как специалист брать там, этот источник трафика, например, можно брать за процент, либо брать большой фикс. И при этом хорошо как специалист зарабатывать. Реально можно как единичный специалист там, по таргету, ну, 300 зарабатывать можно. Это прям 100%, это железно. Там, если вы найдете каких-нибудь клиентов там, за проценты, за больший фикс,
либо какой-нибудь там суперпроект, то можно и больше зарабатывать, понятное дело, как единичный специалист. При этом как маркетолог тоже можно вести много проектов и там зарабатывать и 100, и 200, и 300, и больше. Да? То есть и там можно развиваться. У маркетолога ты со своей стороны скажешь, потому что я не могу сказать, что там и как с этой частью. По поводу финансов ты спрашиваешь, да? Ну да, то есть какой объем? Потому что специалист, он всегда ограничен в том, что он все делает руками, понятное дело, да? Стратегия там и все остальное, оно тоже делается, не из пальца высасывается. То есть он просто делает руками, он всегда ограничен своим физическим ресурсом, того, сколько он клиентов может вести. То есть даже если ты по 100 тысяч клиентов возьмешь, но, скорее всего, ты больше там 6-7 таких проектов на 100 тысяч вести не сможешь, вот физически. И тебе придется нанимать там какого-то помощника. То есть я именно просто рассматриваю как такую некую одиночную единицу, да, специалиста. А дальше это там агентство и так далее, это все-таки немножко другое. Ну тут смотри, тут как бы важно, какая у тебя цель, какая у тебя задача, да. Потому что не все хотят быть номером один, не все хотят брать на себя кучу ответственности. Потому что, по сути, чем больше денег ты зарабатываешь, тем больше у тебя ответственности, да, за твои решения принятые. Потому что моя ценность ответственности – это вот как минимум суд, который я сейчас веду. По сути, как бы, ну, вряд ли с тобой будут судиться, да, там, на 3 миллиона, а со мной судятся, потому что у меня чеки большие. Как бы, и это небольшой чек, на самом деле. Есть тендеры по 30 миллионов, по 60 миллионов. Это как бы я сейчас уже начинаю понимать, что под такие тендеры лучше отдельно ложки открывать, да. То есть, как бы, я все равно учусь, это для меня опыт. Но, возвращаясь к вопросу, это зависит от ваших целей. То есть, от твоих целей, да, что ты хочешь. Если тебя устраивает 200-300 тысяч рублей в месяц, тебе больше не надо. Там, ты там женщина в декрете, я знаю, у тебя целевая аудитория, сам девушки. То есть девушкам вряд ли нужен лям в месяц. Ну, это, блядь, ну, на что она его потратит, я не знаю. Сумка Фурла стоит 30 тысяч рублей, я не знаю. Поездка на Бали сотка. Ну, 300 ей вот так вот будет, учитывая, что у нее есть мужик, да. А мужику, который реально хочет добиваться, хочет там, не знаю, там, не знаю, коттедж себе купить на Рублевке, то, естественно, его и миллиона будет мало. Таргетолога на таргетинге. Но ему не в таргет. Да, как бы на таргетинге ты миллион не заработаешь, даже если ты будешь работать на CPA сетях, наливать там херовую тучу трафика, все равно, ну, ты упираешься в человека часы свои. Ты не можешь раздуть количество часов в сутках, которые у тебя есть. А так как все то, что ты делаешь, завязано на твоей экспертизе, то есть на тебе, да, как на человеке, то есть ты, по сути, мастер. То есть ты как сапожник, да? Тебе сложно масштабироваться, потому что ты получаешь за каждый готовый сапог деньги. А если ты был основателем сапожной компании, да, либо предоставлял, скажем, материал для этих сапог, то это уже другое, понимаешь? Но при этом там другие свои специфики, другие свои там мозговые черви, да. Если ты выбираешь путь маркетолога, то ты должен разбираться как минимум и в таргете, и в контексте, и в личном бренде, и в дизайне, и во всех вот этих вещах, которые дохрена там, да. Вот, это раз. Второе, как бы ты должен брать на себя, опять же, как я сказал, ответственность. То есть ты должен понимать, что если ты берешь крупного клиента, да, ты можешь больше зарабатывать. Но готов ли ты тратить свои нервы, быть крутым руководителем, уметь контролировать весь этот процесс, уметь выставлять KPI, уметь там, не знаю, кому-то присунуть, не знаю, кого-то похвалить. То есть это тоже уметь быть лидером, уметь быть психологом в какой-то степени, да, быть с остальными яйцами, потому что, ну, поверь мне, как бы, я не знаю, там, кто у меня сейчас смотрит, когда у вас появится команда, хотя бы 20-30 человек, то, блядь, ну, это не так просто, поверьте мне. Когда у вас 30 спиногрызов, одному там нужно доплатить, другому нужно скинуть это, тут там вот это, а этому нужно ответить, а этому вот это. Не надо меня лечить за делегирование, вы через это сами пройдете, и вы поймете, что 100% сделегировать все процессы невозможно. Ну, невозможно взять, уехать на Бали, свесить ножки, попивать коктейльчик, а твои рабы, там 20 человек команды, они работают без твоего участия. Это невозможно. Никто так не делает. Это нереально просто. Вот просто запомните, это невозможно. То есть, если вы основатель компании, агентства, вы в любом случае в этом процессе принимаете непосредственное участие даже больше, чем ваши люди. При этом получаете меньше, потому что чувак сидит на зарплате, у него стабильно деньги идут, а ты, блядь, бегаешь, ищешь клиентов и отвечаешь за весь этот пиздец, который у тебя в компании.
И, как правило, предприниматели в первые 3-6 месяцев, они вообще ничего не получают. Я вообще в минус ушел с этим агентством. Но при этом я просто понимаю, что для меня это, опять же, опыт. Я понимаю, что через какое-то время я найду вот эти оптимальные бизнес-процессы. Я так их под себя сделаю, чтобы мне было комфортно, чтобы я зарабатывал и люди со мной зарабатывали. Это, кстати, история, то, что ты сказал, да, там в минусах ушел, да? Это как раз история про предпринимателей, которые тоже, наслушавшись клевых историй, изи-бизи, рилток, о, этот, чипишка, изи-бизнес, они думают, что ты пришел, открыл бизнес, и у тебя сразу идут бабки. Они не берут в расчет, что они могут потратить деньги на недоспециалистов, или же они купить какой-нибудь бракованный товар, который придет, а он потеряет на нем деньги. Есть очень много вещей, на которых можно потерять деньги. И когда вы новичок, а скорее всего здесь не сидят у нас суперпредприниматели с заводами, да, то у вас огромное количество вещей, на которых вы можете попасться, и вы совершите ошибку. И только совершая ошибку, вы сможете в последующем ее не совершить. Как раз таки вы можете уйти спокойно в минус, это нормально будет. Вы можете заработать 0, либо вы можете в один месяц там заработать 500, в какой-то 100. И это будет нормально, потому что это прыгает, у вас системы еще нету вообще абсолютно. Если вашему бизнесу меньше там 3 лет, вряд ли у вас какая-то стабильная система работающая есть. Объективно ее быть не может вообще. Либо вы гений предпринимательства, как бы вам очень сильно повезло, и вы уже, наверное, зарабатываете 10 миллион, ездите на Porsche, и все замечательно. Если что, пишите мне, донатьте. Я жду ваши донаты. Вот. Почему-то никто не думает об обратной стороне. Сколько бизнесов закрыто, сколько бизнесов убыточны, сколько бизнесов на нуле живет для того, чтобы впоследствии вырасти. Посмотрите на крупные компании вообще. Да, это называется эффект выжившего. По-любому ты слышал об этом. То есть, когда за пример... Да, да. Когда за пример подаются единичные случаи, и из этих единичных случаев делают статистику. Также и работает, скажем, любая там бизнес-молодость, либо там лайк-центр, либо еже с ними, да. То есть вот есть инкубатор из 10 тысяч человек, предположим, да, в год. 10 из них достигают успеха. Сука, это просто гауссовское распределение, это теория вероятности. То, что каким бы ты дебилом, блядь, ни был, если взять в период 10 тысяч человек, то, сука, хотя бы 10 человек, они точно чего-то достигнут. При этом это не потому, что ты им красавчик, а потому что, блядь, это просто теория вероятности. Это гауссовское распределение. Просто почитайте, что это такое, да? Чем больше мы берем период, чем больше мы берем статистику, да, там, данных, тем больше у нас вероятность, что что-то выпадет. Это как в лотерее. Чем чаще ты будешь покупать лотерейные билеты, тем больше у тебя шансов выиграть. То же самое и здесь. Но фишка в том, что... Люди, смотря на эти кейсы, они думают, блядь, они делают из этого правила. То есть чувак, скажем, какой-нибудь там Стив Джобс, не знаю, там, не учился в университете, курил травку, сидел на наркоте, на кислоте, там, развелся с женой и, короче, посылал нахуй всех, включая там свою команду в бизнесе, его оттуда выперли. Вот надо быть таким, короче, да, надо быть таким бунтарем, и тогда у тебя все будет заебать, как будет Apple, да, вот. Я придумал стартап. Да, да. Типа того, да. Чек-листы. Вот. Чек-лист Стива Джобс. Хочешь быть как Стив Джобс? И там просто по... Да, просто, да, да. Типа, что надо сделать? Да, и последним будет рак печени или что у него там было. И вот по поводу еще рисков. Вот на самом деле сейчас просто идет популяризация предпринимательства и популяризация маркетинга, да, потому что раньше популярно было быть рок-звездой, да, то есть я тоже музыкой вот занимался и занимаюсь. Раньше было круто быть рок-звездой. Почему? Потому что это свобода, это бабки, это тёлки, да, ну и путешествия. Сейчас все это может получить предприниматель, либо маркетолог, либо фрилансер, да, вот, соответственно, это популяризируется. Ведь все же хотят быть свободным, получать деньги, не знаю, там, трахать тёлок на пляже, там, либо с какими-то там испанцами зажигать там в Испании, это понятно. Но люди не осознают рисков, потому что если ты хочешь зарабатывать большие деньги, опять же, это большие риски для тебя. Если ты готов на это пойти, да, то ты должен понимать, что либо ты как бы берешь и зарабатываешь там 1-2-3 миллиона,
Либо ты обсираешься, потом опять обсираешься, потом опять обсираешься, как этот чувак, который придумал Ростикс, ну, KFC точнее, там это полковник Сандерс. Сколько? Да. Он 300 раз, 300 или 900 раз ходил к инвесторам, и только на 900 какой-то там раз ему сказали, ладно, чувак, ты уже заебал, ты уже всю Америку объездил, на тебе, блядь, инвестиции, типа. Ну, то есть, как бы, люди запоминают, вот он, блядь, в 65 лет, там, или сколько ему там было, создал KFC, блядь, да? Тоже проблема, потому что, опять же, многие ко мне, когда приходят на курс, да, вот ты видел там, когда на курсе был, это же обычные ребята, которые зарабатывают 15-20 тысяч рублей, да, и они смотрят на меня, думают, блядь, вот если Макс смог, я тоже смогу там и с Тони Робинс работать там, блядь, и с этим, и с тем, короче. Но они не понимают, что это не потому, что я крутой специалист, да, ну, я крутой, конечно, но это не поэтому, а потому что, сука, я пробивной, просто... Я наглый, я самоуверенный мудила, да, который просто прет как танк, и все. Именно поэтому я добиваюсь своих целей. Они не учитывают фактор личности, а это очень важно. То есть фактор личности вот в этом успехе, он супер важный просто. Да, я хотел сказать к закрытию, к гауссовскому распределению, что есть, например, статистика по ресторанам. Я как-то смотрел интервью чувака, который ассоциацией рестораторов заведует. Вот. Я где-то увидел недавно, что вот в Москве открыто там 1500 типа ресторанов за год. А этот чувак на интервью за 18-й, по-моему, год говорил статистику, что открыто было ресторанов в Москве за год там 1800 или 2000, а закрыто 1300. То есть там почти 70% ресторанов, которые открылись, они в этот же год, в принципе, или старые, или эти же, они закрываются. Mm-hmm. И по итогу там мы имеем, что у нас одни и те же рестораны остаются. Меняется там название, потом в том же месте на следующий год уже другой ресторан. И этого не берут в расчет. Берут в расчет только то, что вот у нас там открылось за 2 года, за год 2000 ресторанов. При этом закрылось почти столько же. Вот. И это... равносильно к тем людям, которые, знаешь, они приходили на эфиры, когда продавали таргет-тренинг, типа, а сколько людей зарабатывают на таргете после курса? Вот это мне очень понравилось. Вот в этом потоке первый раз такое было. И они не понимают, что зависит все не только же от материала, который преподается. Это все можно, блин, спросить у профессора, сколько людей после окончания университета будут зарабатывать больше 100 тысяч рублей. Ну, как бы... Так хрен его знает, всем преподают одно и то же, да, там, универ выпустил, там, сколько, я не знаю, сколько, 10 тысяч человек, например, в год выпустил, хрен его знает, сколько из них уйдет работать в Макдональдсе, в KFC, как бы, кассирами, а сколько из них станет высококлассными специалистами и реально что-то интересное сделает. Ну, это же зависит, материал-то у всех один был, там, у тех же Стива Джобса, он же с одними людьми учился, одни и те же материалы, в одном и том же, там, универе, школе, как бы, но... Я не знаю, может, там есть еще личности какие-то, но там же не было, что у них 20 человек училось в классе, и из них 20 – это миллиардеры, создавшие огроменные компании, да? Не было такого. Даже если у них одинаковые классные учителя, и они вообще все были кентами замечательными, да даже если у вас может быть друг, и вы там стали суперпредпринимателем, а ваш друг может сидеть дома, играть в PlayStation, быть, не знаю, прорабом на стройке, и его будет это устраивать, ему не нужно будет. И хоть 1000 коучингов вы ему посвятите, хоть будете ему при каждой встрече рассказывать, как клево быть бизнесом и как ему построить свой бизнес в строительстве, стать девелоперской компанией, просто нагнуть пик, и он ничего не сделает. Все зависит тоже от личности, от того, кто вы есть, как вы себя ведете, что вы делаете там, с этими материалами, что вы вообще делаете. Ну, кому-то дали информацию, он эти, блин, у Стаса Шергина есть в РДСММе программа по поиску клиентов. И там домашки прям. Позвони, 30 звонков сделай холодно. И он говорит, есть негативные отзывы. Люди проходят в конце, говорят, окей, хочу money-back, у меня не сработала программа. И он начинает спрашивать, а ты делал все там? Типа 100 рассылок или там 200 рассылок. В WhatsApp, по-моему, 30 рассылок в день и 10 холодных звонков в день. Там что-то минимум такое точно. Как бы человек такой, ну, в принципе, я за месяц сделал 30 рассылок, 10 звонков. То есть он не каждый день это делал, он сделал один раз за месяц. И подумал, что это, в принципе, все, что от него требовалось. И понятно, что те люди, которые делали это каждый день,
у них были результаты. У всех, кто это делал, просто статистически у тебя за месяц там из 300 рассылок, из 100 звонков, ну, у тебя встречи будут, не обязательно там продажи, но у тебя целевые встречи, которые... Ну, это, я же говорю, это опять же, это сопляжуи. Я называю таких людей сопляжуями, да, это вот люди, которые вот в стадии ребенка еще находятся, которые, они все ждут, что кто-то за них что-то сделает. Вот они как бы бабло тебе отдали, да, за курс, и думают, бля, все, я, короче, могу свесить ноги, а Макс мне сейчас истину передаст, короче, и тут я буду зарабатывать миллионы рублей. Вот, поэтому тут люди должны просто понять, что вот успех, он состоит из 20% контента, да, который ты получаешь, при этом этот весь контент, он в открытом доступе. Мы живем в 21 веке, и в Гугле можно найти даже, как сделать бомбу. Я уж молчу про то, как настроить таргет в Фейсбуке. Ну, блядь, просто люди, сука, ленивые, ленивые задницы, которые не, вообще не могут просто зайти, вбить это все, изучить, как я это сделал 8 лет назад, или как ты. Я уверен, что ты не проходил курсы. Я уверен, что ты прям ручками это все брал и изучал. Люди ленивые задницы. Ну ладно, хрен с ними, они хотя бы нам деньги за это платят. Но при этом люди думают, что заплатив деньги, они сразу должны получить результат. То есть я за них должен найти клиентов, настроить все, показать, передать им чек-лист, то, пятое, десятое. Сука, как ты будешь дальше работать? Как ты вообще жопу научился подтирать тогда, хочу спросить? Ты видел охеренный огненный вопрос? Я забанил уже чувака. Говорит, да я уже не покажи свою квартиру успешной. Не, мне просто нравятся такие люди, что типа, окей, я хочу за минуту разобрать эту ситуацию, почему это говно. Вот не, представьте, мне 25... Мне на самом деле, не, я хочу ответить этому чуваку, у меня на самом деле две квартиры уже, чувак. Я могу тебе вторую квартиру через две недели показать, у меня там ремонт доделывается. Короче, как бы вообще без проблем. Во-первых, ребят, пишите вопросы, у нас осталось 10 минут как раз вопросы разобрать, я пока расскажу. Вот представь, мне 25 лет, даже если я с 20 лет стал суперуспешным и зарабатываю миллион в месяц, то я заработаю максимум 60 миллионов. 60 миллионов, в принципе, нормальная сумма. Что можно сделать в квартире, чтобы было видно, что я миллионер? Достаточно ремонта, по-моему, вот, не знаю, ну, 1,4 миллиона вложить в квартиру, в какую-нибудь двушку, не знаю, я не по московским ценам, но в Москве, не знаю, 10, наверное, да, нормальная хата с каким-то ремонтом, мебелью. Виталий, я тебе так отвечу. Вот я тебе так отвечу. Люди, которые задают такие вопросы, они, у них просто комплексы у самих. Просто фишка в том, что, ну вот скажем, я за последние полгода вложил в свой Инстаграм 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей. На таргет, на гивы, там, на рекламу блогеров, да. Но, как бы, если бы я был инфо-цыганом, да, там, каким-нибудь, да, который там успешный успех, я бы эти 1,5 миллиона лучше бы вложил в какой-нибудь Audi A6, там, ну, подержанный, естественно, да, и показывал бы, какой охуенный, да. Ну, как бы у меня-то задача другая. У меня задача не показывать успешный успех. У меня задача самому успешным стать. У меня задача быть как бы крутым специалистом. Вот, соответственно, вот эта вся наружка, вот эта вся пыль в глаза, она нужна только тем, кто, ну, на нее ведется. Почему обесцениваете труд Виталия? Где я обесцениваю труд Виталия? Вы что, Виталий, нет, я где-то обесценил твой труд? Это, наверное, про то, что типа то, что курс — это малая часть того, что влияет на результат. Ребят, это на самом деле. Я не это имел в виду. Ну окей. Я просто хочу к чему сказать, что вот я учился, когда не было материалов по таргету в Инстаграме, и как бы я научился так же, сам. Я так же. И, собственно, никто не говорит о том, что нету в открытом доступе там этой информации. Просто это структурировано, правильно подано, с охеренной обратной связью. Это как бы вообще не обсуждается, это реально из тех курсов, которые я проходил по таргету вообще, я проходил почти все. Это самая клевая обратная связь, когда вы можете в любой момент спросить у 50 там, таргетологов, а как, что вам сделать. Вот. Я считаю это клевым и самым ценным, потому что уроки найти, как там что-то сделать, можно везде. Что-то вопросов у нас, правда, нету. Я вот смотрю. Кроме квартиры, как бы там ничего и не было. Кстати, вот у Виктора Аношко, я посмотрел его интервью недавно, когда он как раз мне бабки вернул. Он рассказывал в блоге, что купил Бентли, и у него фотки, короче, Бентли, фотосессии куча, естественно. Ну, инфо-цыган, надо
понтоваться. И он рассказал, что он купил Bentley за миллион, и она не ездила. То есть она вот просто стояла на месте, это все, что могла делать, это Bentley. И она стоила как бы миллион поэтому, потому что она разваленная. Вот вам, в принципе, инфо-цыганство в том виде, в котором оно существует. Так, ну, что делать владельцам бизнеса, которые постоянно сталкиваются с обманом? 50к потерял. Тебе нужно разобраться в вопросе и смотреть на то, что тебе делают люди, которых ты нанимаешь. И на каком-то первом этапе определять уже, что тебе делают какую-то дичь, и сразу же расставаться с человеком, просить money back. Либо договариваться, что у тебя есть там тестовая неделя на проекте, за которую ты платишь какой-то там минимальный прайс, смотришь, как человек работает. Либо ты можешь попросить материалы даже прислать, условно, там, надиктовать тебе, как человек будет РК делать. Либо тексты, тизеры. Но если нормальных специалистов ты ищешь, то они такой фигней заниматься не будут, то есть тебе никто... Там, если ты мне напишешь, я тебе не буду расписывать рекламную кампанию, там, что-нибудь присылать. То есть нужно смотреть на кейсы. Общаться с человеком по телефону, закрывать все вопросы, которые тебя волнуют. Либо же ну, только учиться самостоятельно все делать, самому настроить, и только потом на это уже, на то, что у тебя сделано, ставить специалиста, который сохранит результат твой, и потом уже только будет приумножать то, что ты сделал. Это тоже нормальная Может история, добавить? Когда собственник сам вникает, да? Еще добавлю то, что вот он комментарий написал, то, что вроде все норм дело, результаты пошли, но потом провал. Провал потому, что проблема таргетологов, фрилансеров, в том, что помимо тебя у них еще 10 проектов. Да? И как бы это, скажем, Виталий может быть хорошим таргетологом, который погружается в каждый проект, там высылает бриф, пытается как-то понять все. Есть ну, большинство фрилансеров, таргетологов, они просто наберут по 10, по 20, по 30 проектов. Они 2 часа потратят своего времени на настройку Фейсбука и Инстаграма. Там, по сути, больше делать-то нечего, если там вот так вот быстренько все настроить, особенно из-за рекламы на лид-формы. Да, там. И все, Фейсбук сам все делает. И они забывают про это. Они забывают обновлять креативы, они забывают обновлять целевые аудитории. Там они вообще не парятся, да, как бы. Вот именно поэтому. То есть они тебе однажды что-то сделали, они получили с тебя деньги, они о тебе забыли на месяц. До того момента, пока тебе не нужно написать, чтобы ты им новый платеж отправил. Вот как бы проблема. Да, вот я недавно РК смотрел для инфобизнеса, короче, на бесплатный курс. Вот. За месяц 4 вебинара у людей было, но при этом было всего 2 тизера, которые крутились весь этот месяц. То есть ничего не менялось. Вот запустили 2 объявления, 2 картинки, точнее, 1 картинка и 2 варианта текста. Запустили, вот они месяц работали. Естественно, клиент сказал, что результата не было нормального. Ну, как бы, а чего ожидать от работы, которую за 2 часа сделали? Так, чего у нас есть? Портнягин для нас инфо-цыган или нет? Наверное, тут... Ну, я отвечу. Ответь. Ну, давайте вообще разберемся с понятием инфо-цыганства. Ну, раз уж я сказал об этом. На самом деле, я к инфобизнесу отношусь хорошо. Хорошо. Это очень важно. Хорошо. Потому что я сам обучаюсь там, на вебинарах, на семинарах. Смотрю разные видео. Это нормально. Это хорошо даже. То, что сейчас у людей есть возможность получать знания дистанционно. Не в университете. При этом за меньшие деньги иногда. Ну, не у всех, конечно, но иногда. Вот. Но есть большое количество людей, которые на этом, естественно, мошенничают. То есть они выдают за 100 тысяч рублей хуевую информацию. При этом не подкрепленную ни опытом, ни знаниями, ни кейсами, ничем вообще. И, соответственно, вот это все поле инфобизнеса, оно сейчас засрано, к сожалению. То есть люди уже думают, что если человек занимается инфобизнесом, то он кидало априори, да, постфактум, да, но это не так, потому что есть реально нормальные ребята, которые прошли весь этот путь и готовы им поделиться, то есть они хотят монетизировать свой опыт, почему бы нет, если человек хорошо выращивает цветы, почему бы не научить этому других людей, это нормально, это первый момент. Второй момент, по поводу Портнягина, лично он меня кинул на GIF, да, и GIF стоил 150 тысяч рублей, он обещал 50 тысяч аудитории, а привел 15 тысяч, хуй пойми откуда. И я к нему единственный из 200 человек, которые купили тогда GIF, поехал в офис и с ним ругался. Да?
При этом до этого он хотел со мной поработать и сделать мероприятие с чеком 5 миллионов рублей. И потому что я себя уважаю, я сказал: чувак, иди нахуй, я не буду с тобой работать, как бы. И в итоге, как бы, ну, мы посрались с ним, да, то есть, как бы, у меня чувство гордости выше, чем чувство заработать, как бы, да, то есть, я не привык жопу лизать, вот. Но при этом я считаю Бортнягина очень крутым маркетологом, потому что у него, по сути, он сам об этом в интервью говорит, что он очень круто упаковывает. То есть он умеет так упаковать даже говно, да, которое не продается, там, за свою там курочку, да, там, Ромину, там, либо еще что-то, там, Бортнягин тревел, там, он очень круто снимает, продакшн хороший. Вот за это красавчик. И если бы он себя позиционировал как маркетолога, как упаковщика, а не как суперпредпринимателя, у которых хуилиарды, да, которых у него фактически не было и нету, то к нему вопросов вообще никаких бы не было у людей. Но люди всегда бесятся от пиздежа, да, именно поэтому он словил кучу хейта. Вот как бы моя позиция. Я с тобой соглашусь, в принципе, со всеми тезисами, что если бы делали клевые продукты, они, и на эти продукты клевую упаковку и не врали бы, то вообще к ним вопросов бы не было. То есть, условно, он бы не говорил, что у него миллионные обороты, да никто бы не заметил его это агентство по доставке из Китая, которое там... Он бы говорил, что у него есть агентство, и все, и всем бы было вообще пофигу до него. Но он сказал про миллионы, естественно, люди начали смотреть, потому что там были такие цифры, что это должна быть такая компания жесткая, чтобы эти обороты обеспечивать. Ну, то есть нужно говорить о том, что есть в реальности. Так, что-нибудь у нас еще есть? Ты пока посмотри какую вопрос, я еще добавлю момент такой, то, что у нас в России, вот, особенно в России, люди, русские люди обычные, очень любят сначала кого-то поставить на пьедестал, а потом его оттуда убрать. То есть, ну, я это называю распятие человека, да? У нас это делали каждый раз с президентами, с политиками, с музыкантами, не знаю, с писателями, с теми, кто на виду. То есть люди очень любят сначала кого-то возвысить, а потом оттуда снизвергнуть. То есть у нас это в крови, не знаю почему, но вот я-то это заметил. Соответственно, Бортнягин, к сожалению, словил сейчас именно тот момент времени, когда как бы люди его уже долюбили, полюбили, он на этом как бы заработал, а дальше люди начинают в нем изъяны искать. А изъяны есть только в каждом человеке. Вообще в каждом. И в тебе, Виталий, и во мне, и в том дебиле, который комментарий написал про квартиру. В каждом они есть. И прикол в том, что люди все равно что-то найдут. Что-то они-то, да, нароют. И дальше уже либо ты сломаешься, либо ты начнешь расти, вот так вот. Но это уже к личному бренду, к развитию личности, да, если говорить. Да, у нас осталось, наверное, минуты 2-3. И тут вопросов, в принципе, про кто умеет упаковывать. Бортнягин, про Бортнягина говорили. Так, Наталья Новичок имела в виду, какую платформу лучше использовать. Для чего? Чем плоха Лилия Нилова? Короче, у нас есть вопрос про платформу не совсем понятный и про Нилова. Ну, видимо, других вопросов, видимо... Вопрос, наверное, про платформу для обучения. Ну, GetCourse, самая популярная. Какие там еще есть, я не знаю. Ну, я GetCourse пользуюсь. Я тоже GetCourse пользуюсь. Основная. Она самая популярная, она, конечно, лагает очень много. Да, есть иногда. Такое. Но как бы из всех остальных реально GetCourse-то более-менее чем можно пользоваться, и она сочетает в себе, наверное, все функции, которые вам нужны будут. Нетология – это институт, это не платформа для обучения. Нетология же институт, да, по-моему? Ну, у них, возможно, позиционируется. У них, возможно, есть какие-то софты. YouSkillbox тоже есть софты какие-то, и там, ну, их много, но просто у GetCourse очень большие обороты, которые им позволяют нормальные апдейты выводить, да, там, и систему держать в рабочем состоянии. Потому что, ну, сколько я работал с инфобизнесменами, абсолютно все сидят на GetCourse. Там гигантские у них обороты, да. И им это позволяет и нормальную поддержку иметь, потому что у них всегда есть кто-то на телефоне, кто тебе поможет, там, объяснить, что куда нажать, там, и они всегда обновления выпускают каждые там 1,5-2 месяца.
Так, у нас сейчас эфир закончится. Давай я, наверное, подведу итог. Угу. Ребят, Макс классный парень. Я его отмечал и в сторисах, я его и в посте отмечал. Я проходил его курс по маркетингу.